Слово представляется Галичу Анатолию Андреевичу, сопредседателю Независимого совета предпринимателей и трудовых коллективов Калужской области. Подготовится члену рабочей группы Сапожникову Николаю Ивановичу. Уважаемые товарищи, коллеги, еще недавно Калужская область звучала в разных аудиториях в качестве примера динамичной инвестиционной политики органов власти, а также региона, благоприятного для ведения бизнеса. Однако в последнее время все чаще звучит информация о тех или иных проблемах, которые испытывает область в связи с перебоями в работе ряда стратегических инвесторов. На встрече с президентом Путиным 30 декабря 2014 года губернатор области Анатолий Артамонов был вынужден признать резкое в 6 раз снижение темпов развития, сообщил о сокращении объема иностранных инвестиций и внес предложение об оказании помощи предприятиям так называемой новой экономики в связи с падением курса рубля. К сожалению, ситуация в экономике области сегодня много хуже, чем то, что сообщил президенту России глава региона. На фоне сворачивающегося на глазах сектора новой экономики и нарастающего государственного долга у области не оказалось практически никаких возможностей компенсировать последствия кризиса за счет регионального и муниципального сектора экономики. Прежде всего, потому что развитию этого сектора на протяжении последних 5-7 лет не уделялось практически никакого внимания. В одном из своих недавних выступлений я уже говорил, что в области практически загублен весь региональный сектор экономики. Такие известные и успешно работающие предприятия, как комбинат «Кристалл», швейная фабрика «Калужанка», фабрика механики «Пианино», калужский мелькомбинат, макаронная фабрика и десятки других попросту исчезли с экономической карты региона. Завод ГЗА, Калужский турбинный завод, Калужский радиоламповый завод, Кировский чугунолитейный завод и многие другие дышат на ладан. Их не коснулось ни налоговые преференции, ни инфраструктурная поддержка, ни организационный ресурс областной власти. Все эти меры поддержки распространяются только на тех, кто инвестировал в развитие производства не менее 100 миллионов рублей единовременно. Для большинства местных предприятий это просто неподъемные суммы. А уж тем более нереально говорить о таких инвестициях со стороны малого и среднего бизнеса. Здесь бизнесменов не только не ожидает поддержка региональных властей, но еще и создаются все условия, чтобы угробить работы рабочие бизнесы. Несмотря на то, что уже глава государства возмутился бессмысленностью сноса так называемых нестационарных торговых объектов и особенно в условиях действия западных санкций, в Калужской области продолжается последовательное искоренение малой экономики в этой сфере, в сфере мелкорозничной торговли и бытовых услуг населения. Взамен предлагаются различные схемы государственного регулирования этого сектора экономики, от покупки за бюджетный счет новых павильонов и навязывания их предпринимателей до строительства магазинов по торговле фермерскими товарами. Бессмысленность бюджетных трат там, где предприниматели и сами могли бы решить проблемы импортозамещения и внешнего вида своих торговых объектов, становится еще более очевидной в условиях прогнозированного снижения доходов областного и местных бюджетов. Грубое вмешательство областных органов государственной власти, функционирование сложившихся регионального и муниципальных рынков, мелкорозничной торговли и бытовых услуг уже привело к тому, что тысячи самозанятых калужан потеряли работу, а перед оставшимися эта угроза стоит во весь рост в этом году. Риторика губернаторов в последние недели претерпела некоторые изменения. Недавно он признал, что не все действия областных властей в отношении малого и среднего бизнеса были своевременны. И хотя слово «мораторий» из уст инициатора удушения малого и среднего бизнеса прозвучало, действия муниципальных властей и судебных приставов по ликвидации, например, тех же объектов торговли продолжаются в прежнем темпе. Я сам несколько дней назад стал героем публикации ряда федеральных средств массовой информации в ситуации битвы за торговый павильон, сносить который прибыли несколько судебных приставов и целый фургон бронированных ребят
и службы безопасности судебных приставов. И главное, что решение суда не касалось именно того владельца, чью собственность должны были снести. Только запершись внутри киоска, я смог предотвратить его демонтаж, осуществляемый без достаточно основания. К слову сказать, эта торговая точка просуществовала около 30 лет, еще при советской власти, став уже исторической достопримечательностью города. Вместе с тем, через несколько дней, под покровом ночи, от глаз калужан и практически воровским методом, он все-таки был вывезен в неизвестном направлении. Теперь органы внутренних дел и прокуратуры занимаются поиском. Примером того, что судьба малых предпринимателей не интересует органы власти области и города, может служить тот факт, что противовес федеральным СМИ, рассказывающие о битве за павильон, ни одно из бюджетных СМИ области даже не упомянуло об этом событии. Информация о происходящем в этой сфере малой экономики калужскими областными СМИ либо замалчивается, либо искажается до полной ее противоположности. Как-то я уже рассказывал об анекдотическом случае, когда предприниматели не пустили на прямой эфир в программу областную телекомпанию, посвященную, уважаемые товарищи, проблемам предпринимателей. Так вот, теперь на этой телевизионной кампании введен жесткий пропускной режим. Установлены турникеты, чтобы ни один человек, ни один рядовой калужанин не мог попасть в объектив телекамеры, если его кандидатура не согласована редакторами. В заключение скажу, что 19 февраля в своем докладе глава Калужской городской администрации Константин Баранов как о большом достижении сообщил, что в 2015 году планируется в городе создать аж 435 новых рабочих мест за счет привлечения иностранных инвестиций. Спасибо большое. 30 секунд, добавьте, пожалуйста. Это звучит полной издевкой над здравым смыслом, если учесть, что только закрытие одного предприятия, которое в свое время я руководил около 35 лет, уничтожается 80 рабочих мест. А если посмотреть по всем тем уничтоженным и предполагаемым уничтожениям тех нестационарных торговых объектов, торговли и оказания услуг населения, выкинуты на улицу будут от 3 до 5 тысяч человек. Спасибо за внимание. Спасибо, Анатолий Андреевич.